Всем привет, меня зовут Фанрикс и добро пожаловать в мой новый ролик. Друзья, сижу я в Дискорде и пишет мне подписчик, говорит: Фанрикс, я знаю новый секрет, я знаю как выбивать питомцев. Я говорю: каких питомцев? Говорит: этих фантомов, которые у тебя. Я офигел, ребята, я сначала не поверил, думаю, реально, может быть какой-то скам. Но я посмотрел, челик вроде нормальный, у него свой канал, свои подписчики, поэтому я не думаю, что он будет обманывать. Поэтому я решил, ребята, сегодня посмотреть и, возможно, мы сегодня вместе с вами узнаем секрет, как делать, как фьюзить, какой секрет, какой рецепт, чтобы зафьюзить вот этих фантомов. Потому что, ребята, это жестко. Вот эти 15 штук, которые у меня, это просто нереально было их достать. Вы сами знаете, я вам в предыдущем ролике рассказывал. Найс, привет! Так, спасибо, что зашел. Ну что, Найс, погнали чекать. Также, друзья, кто еще не знает, у нашего канала есть свой Discord сервер, где вы можете продать или обменять питомца, поиграть с другими игроками или просто пообщаться в чате и найти новых друзей. Так что присоединяйтесь, ссылка в описании. Всем привет, погнали! Так, значит, мы летим сейчас в бич. Мы сейчас летим в бич вместе с Найсом. Так, опа, есть, Найс. Найс и вместе с Найсом. Полетели. Так, нам нужно сейчас посмотреть, как Найс будет их фьюзить. Сейчас он их снимет, чтобы показать сразу, как они у него залетают. Итак, так, мне уже не терпится. Вау, что-то произошло! Ребята, реально! Посмотрите, реально, у него волк. Нифига себе! Вау! Вот это круто, ребята! Вот это круто вообще. Слушай, Настя, как тебе это удалось сделать? Какой рецепт? Расскажи, пожалуйста. 8 агони и 3 виспа. Нифига себе. Так, подождите, что это за агони? Это вот эти? Нифига себе, вот это жесть. Как дорого. Да ну нафиг. Блин, это жесть, конечно. Не, ну у меня, конечно, получалось чуть подешевле. Подожди, Настя, а это получается... А, подождите, висп, это что такое? А, вот эти, вот эти. Агони, я надеюсь, это не радужные агони? Или все-таки радужные нужно? Или золотые? Золотые, фу. Короче, ребят, 8 агони золотых и 3 виспа. Надо будет попробовать. Ну, блин, рецепт, конечно, дороговасенький. Слушай, Настя, а если дешевле рецепт какой-то? Потому что это реально, наверное, слишком дорого. Потому что мои подписчики просто не смогут этого сделать. Потому что я вот этих 3 очень, ну, делал. Мне нужно было 605 просто сделать фьюз. Сначала золотые я 605 делал. Ну, подписчики видели, а потом сделал из них фьюз с этих золотых. У меня получилось только 3 таких. Поэтому, может быть, есть какой-то дешевле рецепт? Да, есть дешевле. А ну-ка, давай покажи. Так, что-то происходит. Ребят, 2, нифига себе. Вот это жестко, ребят. А ну, я не понял, это что, 2 только что сделал? Друзья, это жестко. Я не знаю, как у него это получается, но я такого еще в жизни не видел. Я в жизни такого не видел. Слушай, а как это вообще, Найс? Какой это рецепт? Радужный Shadow Griffin 6 и 1 огонь. Ну, блин, ну это хоть... Не, ну как это хоть? Я думал, ну чуть-чуть, ребята, чуть-чуть дешевле получается. Слушай, Найс, а получается, они всегда получаются или это тоже рандом? Ну, то есть, какой шанс примерно, ты можешь сказать? Рандом шанс 50 на 50. Блин, это жестко еще и рандом. Я смотрю, ты просто везучий какой-то. Это просто жестко. Я прям не знаю. Это нужно быть очень везучим, чтобы такое получалось. Спасибо большое Найсу. Подписывайтесь на его канал, ссылка в описании. Он тоже, кстати, делает раздачи. Ну, прикольно, ребята, прикольно вообще. Если оно работает реально, я буду пробовать, буду собирать. Спасибо Найсу, что подсказал. Спасибо большое. Я надеюсь, что Найс мне просто реально это все показал. Я вижу, что чел честный. Я уверен, что он мне не заскамит. Друзья, пробуйте. Я тоже буду пробовать. Удачи с фьюзом. Спасибо, Настя, тебе большое. Друзья, спасибо, что смотрели этот ролик до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Ну а с вами, как всегда, был Фанрикс. Оставайтесь такими же крутыми и веселыми. И до встречи в следующем ролике. Пока-пока.